ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана, задержан гражданин по обвинению в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований за рубежом. Как передает канал 13 со ссылкой на пресс-службу СГБ Азербайджана, оперативно-следственные мероприятия были проведены на основе информации о том, что гражданин Азербайджанской республики Орхан Тофигуглу Джамалов 1986 года рождения в 2014 году покинул пределы страны и вступил в вооруженную группировку террористической организации ИГИЛ в Сирии. Ранее Джамалов был осужден в рамках уголовного дела о незаконном вооруженном формировании «Лесные братья», которое возглавлял уроженец Загатальского района Ильгар Муллачиев. После освобождения он по приглашению некоего Шамиля по прозвищу Ханзала и при его содействии в августе 2014 года нелегальным путем перебрался в Турцию, а оттуда в сирийский город Ракка. У следствия возникли обоснованные подозрения о том, что Орхан Джамалов вступил в ряды незаконного вооруженного формирования Азери Джамаат, подчиняющегося террористической организации ИГИЛ, принимал участие в учениях и вооруженных конфликтах в составе этой преступной группировки. На основании этих фактов было возбуждено уголовное дело и Джамалову предъявлены обвинения по статьям 12.1, 218.2 «Участие в преступном сообществе вне пределов Азербайджанской республики» и 283-1.3 «Участие в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской республики с целью распространения религиозных учений под видом исполнения религиозных обрядов либо на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма, либо проведения военных учений с этой целью» Уголовного кодекса Азербайджанской республики. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. По делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.